Для нас было интересно работать конкурсом, который включает в себя работу с дизайнерами и архитекторами. Для нас это интересная аудитория, которая ценит наш бренд, который в сотрудничестве ценит наша компания, помогать им в реализации проектов, показать широкий ассортимент нашей продукции уже в готовых проектах, а не только показать какие-то продукции с листа, которые можно видеть в каталогах. Такая была цель. Победившая работа нас впечатлила именно тем, что это была целостная концепция, хорошо проработанное помещение, некое пространство, в котором человек ощущает себя, можно сказать, комфортно и чувствует общую идею. Я очень надеялась на победу, очень рада, что организаторы столь высоко оценили мое творчество. Я проект знаю давно, и наконец-то так сошлось, что у меня был материал, который подходил для конкурса, и я разместила его, и я одержала победу. Потрясающие эмоции, очень приятно выиграть, очень приятно, и я думаю, я не ожидала. Очень полезные конкурсы, чтобы реализовать себя, развиваться дальше по профессии. Это все равно нужен какой-то толчок, чтобы люди увидели твою работу. Да, хотя бы какой-то небольшой круг людей. Я думаю, что это очень хороший и нужный конкурс. Я желаю новым участникам ничего не бояться, обязательно участвовать и обязательно пробуйте свои силы. Мы желаем больше творчества, больше креатива. Дизайн в России есть, это, мне кажется, однозначный совершенно ответ. А российский дизайнер-архитектор, они работают не только на российском рынке, значит, есть признание и других странах.